тут тримають сепаратистів, яких захопили нещодавно. Вони тут частенько співають гімн. Зараз ми зайдемо, запитаємо, що вони тут роблять, як їхні справи і тому подібне. Зараз тут такий підвал. Тут нічого не чути. Тут нічого. Я понял. А реальность как соотнеслась с тем, что вы думали? Значит, ну, как только я попал на базу батальона «Восток», я был сильно обескуражен, потому что увидел, то есть не увидел какой-либо организованности. То есть нам обещали в московском военкомате, что мы получим соответствующую подготовку. А, ну, как бы я потом уехал, то есть у меня нет опыта. Можно с вами пообщаться? Ну, снимать не нужно. А вы откуда? Я не буду лицо снимать, я лицо закрашу. Просто скажите, вы откуда вы? Обещаю, из Донецка. Да, из Донецка? Да. А что вы здесь делаете? Сижу. Сидите? Задержан, да. Давно? Ну, уже немножко. 11-й день. По какому обвинению? В сепаратизме. В сепаратизме? Да. А где вас задержали? Ну, задержали в поселке Пески. Пески? Да. А вчетвером. При каких обстоятельствах вы стреляли? Нет, мы не стреляли, мы ехали в машине, передвигались в автомобиле. Эвакуация была. Вас просто задержали, потому нет, что нет, вы сдались сами, потому что мы выехали. Прям нас направил человек, который нами командовал, прямо на блок украинских войск. То есть вы сражались на стороне ДНР? Мы не сражались. Мы были внутри, но в военных действиях не участвовали. А что вы там делали? Вы выполняли охранные функции завода «Храня». А, вы от какой-то охранной фирмы? Нет, ну, набирали добровольцев, вот некоторым даже денег обещали. Без оружия охраняли? С оружием, конечно. С оружием, да? Завод опасный очень, как оказалось. И во время штурма вас направили на блокпосты украинские? Нет, это не во время штурма. Во время эвакуации нас просто направили на блокпост, ну, нас направили по дороге, которая... Да, нас выезжать направили. Угу. По дороге, ну, по дороге, на которой вела, как оказывается, прямо на украинский блокпост. А что дальше с вами будет? Куда вы дальше едете? Вы не здесь знаю. Пока сидите? Ну, пока здесь. А как с вами обращаются? Неплохо, неплохо. Весьма неплохо. Хорошо. Вас тоже задержали вместе? Нет, нет, мне по паспорту. Мне на блокпосте задержали по паспорту. По паспорту. У меня паспорт СССР, он не действительный сейчас. Я думаю, что люди должны были уже по большей части, люди, которые поддерживали какие-то даже нейтральные взгляды, я думаю, что уже давным-давно просто убежали. А, ну, это правда страшно, себе не представляет. Ну, условия 11 дней. Куда вас надо?